Вокруг главной ударной силы системы «Град» не грамма тротила, только тонкая, почти невидимая проволока соединяет между собой снаряды. Это новая технология утилизации. Взрывчатое вещество выгорает, а детонации не происходит. Если раньше осколки разлетались на сотни метров, сейчас, говорят, военный корпус боеприпаса остается целым и невредимым. Детонация основного заряда не происходит. Взрывается только сам разрушитель. Это небольшое количество взрывчатого вещества. Значит, медная линза, которая напрессована на это изделие, значит, разрушает корпус боеприпаса и выжигает взрывчатое вещество. Таким образом, детонация основного заряда не происходит. Полигон Каменка усыпан осколками снарядов, которые уничтожали по старинке. Теперь без взрыва, да и пламя вырывается всего на несколько секунд. Все, заряд обезвредили. Российское ноу-хау – самый безопасный, экологичный способ уничтожения отработавших свои боеприпасов. Его уже опробовали в Московской, Кемеровской и Саратовской областях. Скоро новую технологию в армии будут использовать повсеместно, обещают военачальники. Указания президента, решения правительства необходимо выполнять. И вот этот год – это основной год у нас, 2012 год, где мы должны вот все это дело уничтожить и определенным небольшим переходом 2013 года. Раньше одновременное уничтожение большого количества боеприпасов было как минимум чревато жалобами на оглушительный шум от жителей близлежащих деревень. Теперь все почти беззвучно. И до конца года только в Западном военном округе обезвредят более 100 тысяч тонн снарядов. Со старой технологией такие скорости были просто немыслимы. Игорь Балдин, телеканал «Звезда».